Загорание жилого дома и хозяйственной постройки в Ульяновске, многоквартирного дома в Димитровграде, плюс 9 случаев возгорания мусора и 2 травы. Все это за последние сутки. В 9 муниципальных образованиях области установлен самый высокий 5-й класс опасности. С крупными лесными пожарами столкнулись соседние регионы. 13 августа во власти стихии оказалась Нижегородская область. Через день пожар перекинулся на территорию республики Мариэл. В результате от пламени пострадало около 4500 гектаров. Для сравнения, это площадь города Атомщиков. Конечно, тушить такие пожары чрезвычайно сложно. Нужны огромные силы и средства и координация всех ведомств. У нас в Ульяновской области с начала года зарегистрировано 517 фактов горения травы на общей площади 153 гектара. А в лесах зарегистрировано уже 17 пожаров. Космическим мониторингом выявлено больше 250 термических точек. Виновные в нарушении пожарной безопасности пойманы, а именно те, кто сжигал траву, костры в непредусмотренных местах. К административной ответственности за подобное привлекли 56 человек. Отслеживают неконтролируемое сжигание профилактические группы. Всех ульяновцев призывают быть сознательными, не посещать леса, тем более не разводить костры на любых открытых территориях. Так можно не только причинить неизгладимый вред природе и окружающим, но и получить штраф от 15 до 400 тысяч рублей. Цифры возрастают от статуса обычный гражданин до юридическое лицо. Александра Никитина, Управда ТВ.